Доброе утро, народ. Попросыпались, в общем, сейчас за собой быстренько поубираемся, спакуемся, палатку все пособираем, проверим, чтобы ничего не забыли. А, колбаса, что точно, я забыл. Самое главное, колбасы надо позавтракать. И в путь. Красота. Ребята, просто просыпаешься вот так вот на природе. И, блин, просто прозреваешь, как все красиво и какая вообще жизнь прекрасная. Так, все, надо пойти умыться. Красота. И, конечно, надо рыбачить, а не спать. Розпалив огонь, що ли? Все. Я зрозумів. Ну, тоді мене... Спуск на воду. Перше судно Генкіна. Так, ну що, акуратненько залазим. Let's go. Опачки. Красавчик. Вдогонку взял. Первый за сегодня. Ну, пойдет, на уху пойдет. Не совсем такой, чтоб и децл. Есть. Первый сегодня главлик взял на чабика. Первый раз я поставил темное золото цвет. Ну, а сейчас поменял на вчерашнего лидера. И вот вам поклевочка. Хотя, наверное, все-таки для ухи он маловат. А для запекания тем более. Так что надо его выпустить. Бежали. Ну, все равно приятно было побороться на лайтовый спиннинг. Да, как ни крути, по крайней мере, вчера спиннинг у Нахлыста выиграл однозначно. Ну, может, количество поклевок, количество пойманных головлей за Нахлыст там как бы и больше было поклевок. Но именно размер головля... Спиннинг тут однозначный фаворит. Есть. Что-то клюнуло. А ну-ка. Ух ты. Это у нас верховодка. Ну, если по-научному, уклейка. Аккуратненько. Это вроде бы, как бы под саму кожу не сильно так и травмировали. Выживет. Ушла. Опачки. Вот такой вот главлик небольшой. Ну, видите, вчера с утра тоже начало сразу проклевываться неплохо. Но размер был такой же. Самые основные головли, крупные, клевали под вечер. И по вернее, клевали уже на полпути к лодке. То есть не на падение воблера, а именно на догонку. Гуляй.
взял, конечно, капитально. Потягнул. Гена бабахнул голавлика на нахлость. Очередная поклевочка голавля. Ну, опять мелкий. Честно говоря, задолбался я уже отпускать таких. Я уже участок прошел один, просто спал в лодке. Ну, с утра более мелкий клюет. Думаю, под вечер будет покрупнее. Этого тоже понятное дело. Пускаем. Красиво пошел. Здесь у нас точка. Таримся питьевой водой. Ну, запасаемся, вернее. Сейчас пацаны уже где-то подплывают. Наберем воды 10 литров. Наверное, скушаем по бутербродику. И двинемся дальше. Имеется поклевочка. Ну, что-то тут водил меня по кушерям. Блин, ну сегодня прям беда какая-то с этим головлем. Ну, видите, какого размера он? Весь один в один. Ну, не знаю. Скорее всего, места такие. Ой, чуть-чуть ему губу потрепали. Ну, бежи, заживет. Есть, друзья, поклевочка, но вот этот вроде получше взял. И я заметил, голавлики, которые покрупнее, клюют именно вдогонку. Мелкие на шлепок. Только шлеп, воблер и все. Так, а ну иди сюда, посмотрим. Ну, не крупный, но такой уже можно взять. Для запекания пойдет вполне. Такой более или менее голавлик. Так, ну сейчас, наверное, фотографию сделаем тебе. Кинул за корягу и сразу же поклевка. А, красавчик. Ну, этот вообще, блин, такой, как зимняя плотва по размеру. Так, а вот здесь, на этом пляжике, мы сейчас и приземлимся. Уже будем запекать рыбку и отдыхать. Я, наверное, переверну лодку и выпаду на нее где-то на часик. Глазки так на солнышке слипаются слегка. Вот так вот наше лежбище выглядит, где мы будем отдыхать. Ну, еще что-то под голову подмастить и все. Лежбище морских котиков будет. А, у тебя самая козырная кроватка такая. Да. Слышишь, слань не будет давить, не? Я думаю, что нет. Да, я тоже так думаю. У нас прогнет. Так, костерчик палится. И основное блюдо, которое у нас на обед, это запеченный голавль. Уже мы его нашпиговали, замариновали, в общем, приготовили. Сейчас будем запекать, кушать и отдыхать. Да, Гена? Часок надо поспать. Надо. Ген, что это у тебя за модная штука такая? Газпечка. Так, подожди. Надо просто поставить вот так вот. И вот это большой, да? Нет. Ой, стой. Это все происходит. Раз. Все. И что, можно готовить, да? Да, сейчас мы открутим газ. Чуть-чуть. Все, гори. Да, просто пламя синее. Я вижу. Ты можешь руку подставить. Да зачем подставлять руку? Я вон подставлю. Вот так будет видно. Так, круто. И можно и картоху жарить, все, что хочешь. Ну, конечно, я на нем уже неоднократно. Чехольчик маленькое, место занимает. Так круто. Очень мало. Так, давай. Ты помыл, да? Да, сейчас мы. Ага. Это мы чаек будем делать, да? Да, да, да.
Сейчас я хоть подержу. Держи. Давай, пускай. А по времени закипает быстро, Ген? Ну, обычно газ-конфорка. Угу. То есть пламя точно такое. Говори. А вот у нас крутой рецепт чая. Это у нас ветки с вишни и лимон. Сахар же ж и груша, да? Да. Та вообще огонь. А сахар есть у нас, да, Ген? То есть, как рекомендация, головника лучше невеликого запекать. Вот такого он получается. Лучше специями пропитывается. Да, он проходит и быстрее печется. Просто костей. Сегодня вкуснее, да, Ген? Да, сегодня вкуснее. Подтверждаю, да, Славик? Да, да. Поменьше. Да. Прошел лимоном. Угу. Класс. Так, ну буду, ребята, я тогда заниматься. Место, как всегда, оставляем после себя чистенькое. Проверяем еще раз, чтобы ничего не забыли. О, Славик купаться полез. Ну да. Так, в общем, мы дремонули немножко. Хотели, может, минуток 40, а получилось часика 2.5. Ну и выдвигаемся. Генка уже где-то погнал вперед. Мы сейчас будем догонять. По времени в этот раз немножко опережаем наш намеченный маршрут. Поэтому даже вот мы останавливались, наверное, часа 3 в общей сложности. Были на обеде и поспать успели, и покушать. Но все равно конечная точка у нас будет теперь, наверное, не Мельник, а немножко дальше. Прикольная какая закабаечка для головля. Опа. Не хочет. Передо мной он, Гена, прошел. Может, уже отсюда и достал. Вот мы уже подошли к тому месту, где в прошлый раз, второй день, устраивали ночлег. Ну, сейчас это 4 часа дня. Вот примерно вот так мы впереди по сравнению с прошлым маршрутом. Красота. Вот, друзья, то место, на котором мы во второй день первого сплава вставали на ночлег. Немножко опережая график, вот мы дошли сюда. Сейчас 4 часа дня. Ну, а в прошлый раз мы здесь были уже именно вечером, когда уже солнце садилось. Вообще классно. Природа такая, гора крутая. Ай-яй-яй-яй, поклевочка, но не попал. С воблером только натворил. Запутал. Но сразу поклевка. Только кинул. Ну, мелкий голавль, в принципе, хорошо, что не попал. Только кинул сразу на шлепок. Хватит. Эффектная такая поклевочка. Вообще. Децл такой вылетел с воды. Выбил воблер вместе с ним. Короче, какой-то акробат. Такие трюки выдал. Шо ж ты, блин. Чё ты такой маленький? Давай я тебя отпущу, а ты позовешь папку и мамку. Скажешь, что у меня крутой воблер, чтобы они на него клюнули. Давай. Да, ребята, прям не знаю, что сегодня творится. Вчера к такому времени уже, были нормальные такие голавли. Есть поклевка. Вон там за коряшкой заработали.
Ну этот вообще капец. Да, кстати, думал, что-то надо поменять. Может, мелочь отсечется. О, тупо за глаз. О, братуха, даже не знаю. Ну, без глаза, думаю, без одного справишься. Второй-то останется у тебя. Короче, поставил усами Шикима. На прошлом сплаве хорошо себя воблерочек тоже показал. Но будем надеяться, он с одним глазом сможет охотиться. Пошел. И замечено, вот, например, дерево вот так вот стоит, в уголочек туда попадаешь, если четко под берег. Блин, ну поклевка будет по-любому. Или надо потихоньку, если нет сразу даже поклевки, потихонечку катушкой подкручиваешь, подматываешь. И где-то на полпути к лодке все равно он будет, ну, идти, наблюдать за воблером, там, как бы осторожничать, но все равно потом где-то клюнет. Ну, но главное попасть. Попасть именно в ту точку, которая вот дерево вот так вот лежит. И вот здесь вот, ну, берег. И вот сюда, в самый уголок попасть, тогда да, поклевочка есть. Надыбали такой пляжик и решили перекусить. Встать, хоть по пару бутеров схавать. И, кстати, да, надо попробовать джигануть. Потому что на вечер у нас рыбы нету вообще. А, кстати, Гена там голавлик одного зацепил и небольшую щучку. Но этого даже на уху будет мало. Попробуем окуньков подергать. Красота. Ну, песчаный пляжик. Я что-то уверен, что здесь окунь должен быть. Небольшой, конечно, как правило, на таких пляжиках крупного окуня нет. Он в коряжнике весь сидит. Но децелы должны быть, которые на уху, в принципе, нам пойдут. Будет достаточно. Будет отлично. В общем, окуня не словили. Был у меня срез. Четкая такая поклевочка. Трук я подсек, пока начал включать камеру. Ну, там щука это сидела, как я уже понял, что это щука. Ну, протянул ее буквально там, ну, метров 5, может. Ну, секунд 10 я ее подержал. И просто чук, тихонечко так раз. Ну, посмотрел по флюрику срез. Явный срез. Ну, щука была небольшая, так что. Как бы, жалко только, что в пасти. Думаю, выплюнет все-таки. Ну, в общем, решили перекусить опять. И еще есть у нас 2 часика, чтобы половить рыбку. Рыбы у нас немного. Как я говорил уже, Гена там словил щучку небольшую, голавлика. У Славика один голавлик такой. Ну, ничегошный, можно сказать, по сегодняшним меркам. Но этого как бы мало. Надо нам, чтобы и уху сварить, и запечь хоть по одному голавлику. Так что надо будет еще немножко половить. Сейчас перекусим и, да, и вырушаем в путь. Вышли на воду. Гена пытается щучку ловить. Что-то в этот раз, но щука аж никак. Есть, ребятки, поклевка. Ух, борзый какой. Слышишь, что-то, блин, такое, как на окушка похоже. Не, голавлик. А ну, на уху пойдет? Да, на уху потянет, потому что рыбы у нас нету. Да не, красавчик. Не совсем, скажем так, красавчик, но да. Вот это за сегодня реально первая такая рыбка, которую можно забрать. Которую я могу смело, да, забрать. Красивый, красивый. Поставил чабика в золотом цвете. В принципе, чабики, что тот цвет, что этот, работает исключительно. Но, ну, все равно хочется воблеры чередовать, чтобы в один не упираться как-то. Интереснее так рыбачить. И вот результат. Вечерком уже, наверное, осталось минут 40 рыбачить до точки, где мы будем ночевать. И вот есть такой красивый голавлик. Ну, как всегда, теория моя, ну, подтверждена. Хороший голавль в основном берет на проводке. То есть ляпнул,
и потихоньку подматываю катушечкой. То есть, ну, буквально первые 2 метра подматываю вообще еле-еле. Если удара нет, можно быстро выматывать. А если, ну, начинает по чуть-чуть хватать, то надо уменьшать темп проводки, и он должен схватить. Так, вот мы, друзья, уже добрались до насосной. Не помню, что это за населенный пункт. То ли гуньки, то ли что-то такое. Ну, у меня есть фотографии с прошлого отчета этой насосной. Тоже я, по-моему, видео снимал, показывал. Такое вот заброшенное здание, ну, насквозь просвещается, окна старые. Есть он выбитые. Чья-то лодочка стоит. Блин, вообще песня. Когда повечерело, как-то, ну, вообще атмосфера на Псле меняется. Птички поют, тишина такая. Ну, сейчас ветерок немного есть, но получается речка в низине находится. Ну, тут вообще штиль. Класс. Да, огонь. Надо еще немножко покидать. Может, еще одного главлика словлю на ужин. А так вообще все просто здорово. Ну, душа отдыхает на сплаве. И душа, можно сказать, и тело. Ну, хотя немного уставший приезжаешь, но это все равно своеобразный отдых. Да. Когда просыпаешься от пения соловья там, или, ну, вообще вот эти звуки, или когда уже ложимся спать, ну, даже когда возле костра сидим, разговариваем, но это все настолько своя атмосфера, что я даже не знаю, с чем сравнить. Ребят, я в прошлом видео говорил, желаю каждому пережить те ощущения на сплаве, которые переживаем мы с пацанами. Очень круто, друзья, всем советую. Так, подплываю до Геннадия. О, ну красавчик. Гена все-таки вымучил щучку. Да, я ее сегодня долго мучил. Ну, это третья уже. Да? Да, то есть... Ты еще шнурка одного, да? Да, да, то есть уха у нас нормально будет. Ну это такая, килограммчик есть тут. Да, ну, это больше, то есть полторушка. В районе полтора. А ну поближе покажи. Да. Без всяких этих. Да, да, да. Кило. Да, но может даже полтора даже. Кило чем-то было поменьше, ну что в прошлый раз. Угу. Так, красавчик Гена вообще. Да. Тоже под травкой взяла вот так, да, под таким бережком? Под вот таким. Под корчеватым? Начиналось я только корчи, понял, ну, вот таке. Угу. Понял, любо вот таке, чтобы кувшиночка была. А на что взял? Взяла. Сальма Хорнет. Сальма Хорнет, понятно. Да, вот этот воблерок. А ну, поближе. Ой, да ладно, видно и отсюда. Да, вот этот воблерок. Угу. Ну, я смотрю, лопатка такая, заглубляется неплохо он, да? Да, ну, по идее, должен... Метра на 2,5, да? 3-4. 3-4. Да, но, понятно, заброс не заглубляется. Ну, заброс меньшится, если б троллингом. 2 метра. То есть, ну, на данный момент... А головля ловил, Ген, не? Да, одну еще я добавил. А, сейчас я тебе покажу, у меня тоже... Ну, я вот такого взял уже. Ну, нормально. То есть, все, можно рыбу больше набрать? Не, я и думал, да. Все, достаточно. Угу. Что с щукой делать будем? Ну, да, я думаю, такую щучку лучше на этот. Запекти? Да, на уху у нас хватит. Одну здоровую запечем. Одну здоровую и туда весь лимон тут. Да, 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 да. Так, ну ладно, погнали Славе когда гонять, да, Ген? Еще можно одну поймать. Ну, давай. Тюренку. Поклевочка и... Хи-хи. А ну, кто это у нас тут? Уклейка. Ну, не травмировала себя нисколечко. Бежи. Ай, так, надо, ребята, уже выруливать на берег. Ну, что-то мы не можем никак Славика нагнать. Ну, он впереди. Так ты его вытянул? Нет. Не. Наконец-то нашли Славика. Мы тебя уже потеряли. Где Славик есть и плывем, уже понимаем, надо выходить на берег. Ну, что-то этот, готовится к ночлегу. А я сам немного протыкал. Тут был поворот, где мужики стояли. Да. Я думал, это вот этот пляж. Ага. А потом показалось следующий. Ну ничего, нашли. Там. А, так подожди, стоп, мы на этом пляжу в прошлый раз были?
Мы не, мы здесь просто отдыхали днем. Да, 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 да. Щучка Генова. Ну да, ничего так. В принципе-то реально, да, полторушка. Мы на этом месте вставали отдыхать в прошлый сплав. Тоже только воды было побольше немножко. Так, ну что, следующую лодочку, да? Да. Погнали. Палатку там. Так, пока... Так, немножко светло. Сниму сразу, это покажу. Да, то сниму, покажу, где мы будем ночевать. Смотри, какая тут классная обстановочка уже. Бревна так, как лавочки сделаны, столик. Та, песня. Славик даже уже и костерчик начал ловить. Так, ребят, в общем, пошел я за дровами. И тут же опять мне на помощь, ну, как видите, уже сумерки такие нормальные, приходит мой HC50. Мой любимый фонарик. Вот чем хорошо, я его включил, сразу вот зеленая горит. Я понимаю, что заряда больше половины. Оп, ну так, это ж совсем другое дело. Теперь можно и за дровами ходить, слышишь? Глянь как. Так это еще на улице светло. Лупит, просто все освещает. Кстати, друзья, напомню, чтобы просто не забывали. В интернет-магазине nightcore.ua.com при предъявлении промокода, ну, то есть просто говорите, что у вас скидка Energy Fishing, и вам делают скидку, ну, на всю продукцию Nightcore 7%. Ну, это реально хорошая скидка. Сами можете посчитать. Если кто-то хочет купить фонарь, там, если он стоит 1000, вот минус 7%, это, ну, реально какие-то деньги. Так что не забывайте про скидку. Ссылочку на магазин я, наверное, оставлю под видео. Чё? Ну? Так, дров чуть-чуть притарил. Что у вас тут творится? А, это вы уже на уху, да? Да, да. Это отличники. Главное на ровном, пацаны. Да, но тут сейчас дорога. Это он с этого набрался. Это же дорога тут чи нет? Не. Не, ну стежка тут есть. Стежка есть, но дорога. Главное, чтобы машина не там. Да нет, машина не есть. О, тут уже движуха на столе. Рыбка почищенная. Гена молодец. Так, да, палатку главное оставить на ровном. Потому что, чтобы я ночью не съезжал вниз. Собираем палаточку. Так, сейчас весло на дальняк туда. Да. Опа. Пещера. И полезли. Так. С фонариком вообще не... Расплюнуть такое дело. А ну, Славик. Так. Ух ты, ты шо? Я вообще запутался. Нашел выход. С берлоги. Вот так вот. Вот так, да? Да, но если ветка сильно не потянется, то будет нормально. Тянется, но мы можем до... Может пониже? А ну, если сюда, то нормально? Отлично, вот так вообще четенько. Да, ну там... А, вот все. Палатка начинает форму приобретать потихоньку. Да, колышки я... еще есть у нас, ну, или уже нету? Залистый. Последний колышек. Вот так. Это будет. Все? Пойдет? Или... А ну еще чуть-чуть. Там забыл, уже, ага. Да, буду держать. За низ, держи, Серега. Так за низ, а конечно. Там, теперь качаем матрасик. Так, теперь тусуем матрасик. Сюда. Надо там, наверное, открыть дно. Чуть-чуть. Чего? Да. Влетит, главное, вверх чуть-чуть. Ага. Вот так вот чудесно. Так, а где вверх, Денис? Не принципиально. Вот так. Да. Велюрчика будет наверх. В общем, Гена не позвал на сам рецепт приготовления. Ну, короче, щучка чуть побольше, да, получается, чем голавлик. Так, вот так у нас лежбище. Ух ты, блин. Весло упало. Лежбище выглядит. Генин спальник.
Славика спальник и мой спальник. Двуспальное одеяло, я в него заворачиваюсь, пока еще спальником не обзавелся. Но и так, очень скажу, даже ничего. Тут как раз у нас ушица уже подзакипела. Сейчас Гена шум снимет. В целях обезопасить себя от воровства всякого, мы как в одну лодку скидываем все. И потом остальные наверх накрываем. Так, думаю. Да, еще и завяжем. Ну, по крайней мере, если кто-то что-то даже замыслит плохое, то мы услышим, что тут будет какой-то кипиш. Нельзя будет просто подойти там и взять. Так, ну вот это у нас такая уха, чтобы вы понимали. Короче, тут одна рыба. Где-то чуть-чуть виднеется картошечка. Ну, думаю, рыбой ухи не испортишь. Я несу копченого сала. Предчувствие такое, что сегодня уха может быть все лучше, чем вчера. У меня не предчувствие, я просто уверен в этом, что она будет сегодня. Так как ты посмотри просто наверх, да, ухи. И уже все видно и ясно. Не в целях рекламы, но, ребят, скажу, вот эта штука реально выручает. Пару пшикал, по лбу, по шее растер, и все. Хоть как-то покаместь залезем в палатку, от комаров отбиваться надо. Так, и, собственно, самое такое, самая изюминка приготовления ухи. Да нет, он дуже горячий. Отца дуже не нагрелся, ну ничего, что-нибудь. Это нам надо затушить там, ну не нам, а Гене надо затушить. Дровняку, смотри. Давай, я... отлично. Вот так, и я даже участник. Все, мы это что надо сделали. И теперь с дымком будет, да? Да. Да, огонь. Кушать уже хочется. Мы готовы? Готовы, давай уже. Все, берем уже сразу. Да. Смотри, как четенько. Процесс сейчас еще и заснимем. Да. Как мы это все делаем. А место-то не приготовили? Эх, Славик. А что, мы сейчас вот тут поставим ее. Давай, согласен. Вот тебе место готовое. Были такие приколы, прикинь, когда доваривается, снимаем, перевернули в голову. Это да, жесть. Так, ну, в общем, я насыпаю первый. Давай. Я сразу юшечки. Картофан, чтобы подавить вот так вот. Я люблю, когда воно вот это вот... Сало залетело. С грибом? Да, собственно, щука. Чуть не забыли. Кушать уже все хотят. Накинулись на уху, а про щуку только вспомнили. Да, хватит нам жара на щуку. Так а что не хватит? А нож. Вот так еще чуть разгреби. Ты знаешь, мне кажется, чтобы и на жар, чтобы с земли оно прожарилось. А земля ж нагрелась. Ну она, мне кажется, нагрелась не до такой температуры, прям что. Да, поверь. Да, ну это ладно. Это ж рыба. Рыба ж она есть рыба. Окей. Более нормально, диви. Просто бомба. Ну и все. Прекрасно. Да, я только я немножко досолю, но по перцу лучше, чем вчера, это однозначно. Вчера так перца не пожалел ты. А я перца не жалею. Не, вкусная уха. Что вчера было вкусное, что сегодня вкусная, Гена. Молодец. Ну, во-первых, да. Другая рыба совсем. И так, щука. Слушай, ну я с комарами хаваю нормально. Ну так. Ну, серьез. А что, дергался? Посвети. В общем, фонарик вообще универсальный. Это тоже, да? Да. Вот как мой HC50 справляется на природе с такими экстремальными ситуациями. В общем, можно и не на лоб, а так установили его на дерево. Это средний режим сейчас стоит, капец. Ну, видно все реально, что днем. Сегодня реально, самое реальное уха получилось. Уха вообще бомба. Так, буду кушать, пацаны. Да. Хватит фильм снимать, надо есть. Навыло. О, Гена несет чуть. Слышишь, с нее сок льется, Ген. Да? Да, вытекает. Давай, ты место приготовил? Да, почти. Вот так вот, смотри. Да, вот так вот ее. Сок с ней льется, это хорошо. Запах. Это просто шедевр кулинарного искусства от Геннадия. Не знаю, что от Геннадия. Но замотал я ей дебело. А льется, что-то льется. Так, Флайк, якось надо. Может ножиком ее расчекрышить-то и все. Да сейчас оно. Просто я заматывал, ну, хорошо, чтобы вот эти соки и
внутри получалось. О, все. Да, ребята, ты что? Посмотрите, какая красота. Ты смотри, она сама распадается, по кусочкам головы делится. Да. Головник, конечно, вкусный. Ребрышка будут. А, лимончик. Про лимоновость хорошо. Да ты что, огонь. Слышишь, ну фонарик лупит нормально, да? Да, бомба. Да. Считай, вчера целый вечер мы от фонарика, и сегодня уже целый вечер. Ну, и сегодня я смотрел, он включил зеленым, горит кнопка включения, значит, больше половины заряда. Да. В общем, спасает нас фонарик. Все, друзья, приступаем. Да. Мы уже приступили, не знаю. Давай, Гена, я еще сниму, как ты кусочек съешь. Смотри, какое мясо. А ну, скажи. Знаешь, что напоминает? Что? Курицу. Не знаю почему. Круто. А ну давай. Вот и возьми. Я кусочек возьму. Вот этого. Да сейчас. Не, ребра чуть-чуть мягче. А вот это мне что-то куриное мясо напоминает. Вот, вот это. Вот, вот так рожуй. И белое мясо курицы напоминает. Угу. Этот, грудинку саму вот эту. Да, да, да. Почему? Да, да. Есть. Филешку. Да. Блин, огонь. Друзья, выключаю камеру, потому что вы меня понимаете, почему. Все. Щучка пошла. Как дети в школу. Так, друзья, ну что, буду на сегодня, наверное, с вами уже прощаться. Лезем в палатку и будем спать. Привет. Поздоровайся, Славик. Привет. Здоров, народ. Утро третьего дня. Выспались. Долго еще вчера засыпали. Было куча разговоров всяких там. Ну, в общем, классно проводили время. Сейчас будем... Ну, вернее, Гена будет жарить картошку. Мы со Славиком будем собирать наш лагерь. Ну, я, может, выйду еще на бережок, попробую жигануть окушка. Вот таким образом у нас все это происходит. Ген, насколько баллончика хватает? Ну, если так, вот как мы на сплав, да, на 3 дня выходим, то, я думаю, на пару сплавов точно хватит. Да не на пару, сплаву на 3 точно, да, хватит, да. Ну, классная штука вообще. Ну, тут прям под берегом, слышишь, смотри. Ах, красавчик. Прям под бережком стоит. Что, там поймали? Да, я небольшого взял окушка. На Кайтэч Шат Импакт. Двоечка. Вот такой вот. Да, прикольный. Вообще под берегом здесь. Ты же не думай его там. Нет, да я... Он же без червя здесь на псле. Да. Так что я тоже его, наверное, домой возьму. Что, готово, да, Гена, картоха? Ну, наверное. Судя по всему. Так, ну, в общем, приятного аппетита. Да. Сейчас быренько похаваем. Только надо, наверное, соль достать. Так, друзья, ну вот еще один окунек вообще взял под берегом. Ну, тоже на Кайтэч Шат Импакт. Мы этого маленького отпустим. Ну все, надо уже, в принципе, выдвигаться и ловить голавля. Сейчас он Геннадию дал. Вот это чуть, ну, надо было чуть, может, левее, Ген. И не так далеко. Да, не так далеко, потому что снесет уже туда. Так, ну что, ребят, спуск на воду и погнали. Гена со Славиком остались на пляжике еще поджиговать немножко, окунька половить, чтобы дать дистанцию некоторую, чтобы можно было всем комфортно половить. Хочется еще хотя бы штучки 3 голавлика домой, конечно, отвезти, чтобы показать, что хоть на рыбалке был. В общем, все. Третий день, погнали. Есть, ребятки, поклевка. Главлик небольшой, но буквально прошло минут, может,
10 как начал прокидывать. Вот такой вот красавчик. Ну, такого, ясное дело, мы брать с собой не будем. Сильно маленький. Есть что-то прям под лодкой бабахнуло. Такой, ух ты. Красавчик. Это первый мой окунь вообще за два сплава, который я словил на воблер. Ну, кстати, да, я сегодня поставил с самого утра джакаловского чабика в цвете темное золото. Вот сразу уже две рыбки и проклюнулись. А кушок такой. Ну, ребят, знаете, наверное, окуня, хоть он небольшой, возьму, просто хочется поесть окуня хоть раз. Всего окуня, что я ловлю на Днепре, я отпускаю, потому что он червивый. А здесь с псла окунь без червей. Поэтому я заберу сегодня домой окуня, которого словлю. Имеется, ребятки, еще, я так понимаю, голавлик или... Да, голавлик. О, дружок, ну опять пробил себе глаз. Ну, давайте, ребят, будем надеяться, что он с одним глазом сможет нормально охотиться. Надеюсь, ему повезет. Да, конечно, воблер, в принципе, ну, это даже не муха. На нахлыст в основном вообще клюет одна мелочь. То есть, ну, Славик говорил, штук 70 отпустил там за день. Ну, воблер такой, знаешь, в два раза больше воблера голавли. Казалось бы, куда ты лезешь? А не, хватает. Жаль, конечно, что травмируется, но будем надеяться, покрупнее голавлик клюнет. Есть, друзья, очередной голавлик. А ну, иди сюда. Ну, это такой уже, больше ладохи. Блин, я не знаю, я сегодня словлю голавлика такого, чтобы не стыдно было и домой брать, или нет. Чабик, конечно, это что-то с чем-то, ребята, я не знаю. Вообще, это фаворит этого сплава, можно сказать. Поклевочка, не знаю, было видно на камеру или нет, но мелочевка сразу начала бить. Да, мелкий голавлик уже достал, честно говоря. Ребят, вот смотрите, вот закайбаечка такая, лежит дерево. Вот я же говорю, четко попадаешь туда в уголок, сразу поклевка идет. Ну, в данном случае это была поклевка уклейки. Капец, тройник глотает вообще. Это вот жесть. Куда ты лезешь? Вот чабик какой, уклейка. Ну куда ж ты пытаешься глотнуть? Ай. Дурная рыба-то и все. Больше сказать ничего. Так, это мы уже дошли до омельника, ребята. Чтобы вы понимали примерно, где я нахожусь. А стартовали мы с Заможного. Да, конечно, здесь красота вообще неописуемая. Такой крутой берег и тополя так интересно растут. Ну, я думаю, что это тополя, вообще не знаю, как что за деревья. Стрижей куча. Ой, обалдеть. Если получалось бы почаще выбираться на сплавы, я бы жил тут. И снова какой-то децл. Я, блин, даже не знаю. Он еще и не попал нормально ртом. Но это, наверное, самый маленький голавлик, что я ловил вообще. Ой-ой-ой, тройник ему засадил по самое не хочу. Ну что, заживет ранка. Давай. Ну, вроде пошел, уверенно. Там как будет дальше. Так, ребят, тут пляжик такой красивый. Я, наверное, сейчас вылезу, джигану немного. Ребят, что-то под берегом бабахнуло. А, щучка. Красавица. Блин, ну у меня флюрик. Я вот, как она взяла? Ну, вроде взяла нормально, не должна срезать. Ух ты, нифига себе, надо будет этот моментик замедлить.
и на кукан сразу. Вот так вот. Вообще под берегом, на береговой бровке. А ну иди сюда. Так, ребята, сработал у нас вектор бак от Jackal. Это такая вот интересная приманочка. Сейчас я вам ее покажу. Значит, рачок такой, мягкая резина, скажу сразу, мягкая резина. Рачок, съедобка. И у него вот такой типа твистерка здесь, ответвление между его клешней. То есть играют и клешни вот так, и вот этот твистерок крутится. Ну, очень классно играет приманочка. Я на нее уже ловил ранее окуня. Ну, в принципе, могу советовать. Вот мы и добрались до моста, который в Омельнике, подвесной мост. Что интересно, вот именно по Омельнику плывем, сколько прокидываем и воблерами, и пацаны нахлостом. Вообще голяк. Тупо вообще голяк, и поклевки ни у кого не было. Очень странно. Может, здесь просто что, ну, городских много рыбачат, местных, но не знаю, с чем связано. Славик только что с нахлостом шел, и такого еще не было, чтобы на нахлост не было вообще поклевок. Спрашиваю, ну что, Славик говорит, вообще капец, нема ни одной. Я так же само воблером кидал, ну, без поклевок я уже, не знаю, там полкилометра, наверное, просто с плавом иду, отдыхаю на лодке. Вот здесь место подъема есть. Это конечная точка нашего прошлого сплава. Здесь как-то с горем пополам вытянули лодки, потому что пляж был забит рыбаками, чтобы не мешать, там, не пугать им рыбу. И здесь мы закончили свой предыдущий сплав. Ну, в этот раз, так как мы маршрут опережаем, он Генка стоит за углом, то получится у нас за Мельником где-то есть местечко. Там будет край. Он, я только что Гена на камеру рассказывал, что, ну, тупо под конец вообще голяк, такой жесткий. У тебя что же, да? Да. Я не могу даже с чем это связать, понимаешь? С чем? Поздно мы выплыли. Вот уж поспать любим, да? Да. Раз будильник, звенит будильник, короче, во сколько? В 4... 5. Нет, в 4.15 я поставил будильник, без 15.05. Звенит он, Гена мне говорит, Серега, переставляй на 6. А ну сверкни, окуньки есть? Да пара окуньков там есть, щучка небольшая. А, не, ну це грамм 400 точно щучка. Ну, щупачок я малому своему забрал. А, ты что? Поклевочка. Есть. Гля, красавчик какой. На чабика. В общем, решили мы еще пройтись небольшой участочек. И на чабика вот так проклюнулся еще окушок под лилиями. Сейчас я попробую это место еще раз прокидать. Вон где мелочь, смотри. Мелочь в сторону, и так жадно так хап. Ага. Блин, ну этот вообще капец. Красивый гад маленький. Под самой лодочкой. Опа! Вот такой вот красавчик. Так, а на что ты у нас взял? Это у нас вертушка Рублекс. Целта двоечка. Есть, ребята, поклевка. Что там непонятно? Голавлик. О, ничёшный такой, слышишь? Самый большой на сегодняшний день. Красавчик. На чабика взял. Вот это, наверное, такой самый большой за все, за весь сплав. На чабика взял окуневые раскраски. Ну да, такой полкилошный стопудово. Красавчик.
А ну давай иди сюда. Опа. Тихо. И взял так, чтобы не сказать, что очень хорошо. Опа. Да, красота, друзья, смотрите. Чабик рулит. Вот так вот. В завершении сплава. Сейчас уже там где-то недалеко выходить. Вот так вот. Под конец сплава. Сейчас будем выходить уже. Ой-ой-ой-ой. Не хотелось бы опять тройничок получить в руку. Короче, Гена подтвердил, что этот голавлик — это лидер сплава, да, Ген? Да. То есть, ну, не только сегодня у меня, а вообще. Скорее всего, я думаю, что подводники их трошки повыстреливали. Есть такое вами мнение. Отличненько. Я на пасашок, так можно сказать, голавля бухнул. Я тоже еще парочку. Да, Гена взял три щучки таких неплохих. Ну, неплохих, да, для этих мест. И для теперешнего времени. Так, друзья, ну, я думаю, завершение такое неплохое. Вот он, боец. Боец самый лучший этого сплава. Джакал Чабик. Чтобы полегче. Лодочка, хватай сбоку. Смотри, чтобы не повыпадало там нифига. Да ничего не видно. И рыбка моя еще тоже летать сейчас будет. Так, ну что, друзья, все, сплав окончен, мы собираемся. Ребят, попрошу вас, не забывайте поставить лайк под видео. И буду с вами прощаться. Пока, до новых встреч на рыбалке. Есть. Такие, блин. Включил камеру, да. Да. Так подожди, давай в подсаку возьмем. Ген, стой. Все. Да. А ну. Да, это уже четенький вообще карасик.